Всем привет! У нас вечер. Мы приехали от нашей бабуси. Заехали, значит, в магазин. Взяли 3 апельсина на ужин. Апельсины по 65 килограмм. Вот это волушковый поле. Йогурт очень вкусный. 3,2 жирности персиковый. Не помнишь, Пуль, сколько он? 24-25 вот так вот где-то. И 40 гривен салатный йогурт. Для салата. Я хочу бурячок отварить чесночком и вот с таким салатиком заправить. Минеральная водичка. 10 гривен. Такие вот цены у нас. Люлечка спит. Люля была сегодня в гостях у бабуси. Спит сладким сном. Зайчик мой холюсий. Буся так ее полюбила. Да. Как же можно не любить тебя, красавица моя. Довольно? Все, я ухожу. Всем привет, всем доброго времени суток, друзья. Мы приехали. Доброго ранку. Доброго всем ранку. Мы приехали и сейчас будем... в общем, не знаю, завтракать это мы будем или же обедать. У нас сколько времени? 11 часов, да? Завтрак. Мы дома поели. Я сегодня, в общем... Отварила я вчера с вечера 4 больших таких бурячка. И купила. Мини привезли, да, я буряка привезу много. И так. Такой сладкий я 4 вот таких больших отварила. С утра сегодня натерла с чесночком. И был у нас такой йогурт. И с йогуртом заправила. Ну, такой, как бы, ну, типа сметанки. Вот, с утра мы так поели. Вермишельку тоненькую. Ну, такой вот. Вот, и мы купили фарш, привезли, но мама его, может, надо пофасовать вот так лучше, разделить. А потом, я пока не буду. Настенька, спасибо тебе большое. Я сейчас сделаю чай и с чаем выпью. Чай, кофе. Так, а мы пойдем сегодня садить этот чеснок? Ты же не ураны. А, не ураны. Так, а можно место самим расчистить вот так, как мы раньше делали? Ташенька, там нет. Это дома здесь. А так же ж нет. Такой хороший крупный чеснок, но он начал портиться. Портится вот, видите, немножко такой вялый и цвет поменял. Это можно на котлеты. Да, нужно так на котлетке его использовать. Так. В общем, вот такие вот у нас дела. Ну что ж. Мама. Да, Настюша. А? Чаек сделать тебе? Будешь чаем? Или не будешь? Буду. Да? Ну, сейчас я поставлю чайник. Многие пишут в комментариях, что-то зачастили они. Приезжать сюда до бабуси. Дети, значит, на каникулах. Не годишь людям. Дети на каникулах, поэтому приезжаем. Ну да шо ж, сидеть. Когда в школе, да, тогда не наестимся. В субботу обычно приезжали, а это недельку так хорошо. Отдохнули. Вот, девочки. Так что вот так, вот так. Сейчас тут позаметаем после чеснока. Вот. Чесночок. Вот этот весь будет на посадку. Так, и что такое? А, ну это для борща, кстати. Да. Это для борща. Сейчас приготовим борщик. Сейчас чай сделаю с бутербродиком, скушаем. Хлеб этот настолько... крышится. Смотрите, вот отрезала кусочек. Видите, как раскрошился. Вот. Сделала себе чай. И сейчас бутербродом. На улице такой прям ветер, ураган. Прошел дождь утром. Вот. Погода нелетная, так сказать. Мы уже с утра приехали. Каникулы. Так что отдыхаем. Отдыхаем. Наташа, почитай. Угу. А что там сообщение? Угу. Залишилось 3 дні до наступної оплати тарифу 125 гривень. На 4 тижні дається. Якщо коштів менше, буде отримувати денний пакет за 20 гривень.
В общем, 3 дні. Ужас. Осталось. Ну, 4 тижні, здається. Зайшла сюди в спальню, в общем. Сьогодні утром проснулась. Приготовила завтрак, постирала. Помыла полы, особенно в коридоре, по собачке натоптали. Надо было быстренько все убрать, помочь. Нужно было ходить. И было приятно. Затем белье не вывесила, так как у нас было сыро, а потом пошел дождь. Насморк у нас такой, что он не проходит. Я не знаю, что это за насморк, но он просто вот... Сегодня вообще вода просто льется. Обычно на третий день оно уже как-то начинает проходить. Ну, так у нас у всех было. На третий день проходит. Тут и чай из трав, и малиновое варенье. Ничего не помогает. Иван-чай. Это вообще такой витаминный. От простуды. Удивительно. Вроде как воздух, наверное, чем-то вот так вот наполнен, что вместо того, чтобы оно проходило, оно наоборот усиливается. Я бы так сказала. Вот. Прям водичка с носа. Просто. Вот такая вот ситуация. Значит, вчера вы там написали про Лёлечку, что мы привезли Лёлю. Бабуся у нас вообще не видела нашу кошечку. Ну, маленькая видела, вот совсем малюсенькая. Мы её только взяли в месяц, привозили. И все. Такой большой она ее не видела. Мы её привезли. Ей очень понравилась Лёлечка. Так что сегодня она опять без нас. Ну, мы ее вечером домой же забрали, естественно. Приехали уже без Лунки, без Лёли, то есть все дома. Все дома. Ага, да. Вот. Спасибо за комментарии, спасибо за все, за советы, спасибо. Там очень многие салатики дали рецепт. Спасибо огромное за вкусненькие салатики. Обязательно попробуем, приготовим. Про помидоры написали, что и надо было лук добавлять. Но про лук я спрашивала. Я не просто так добавила лук. Я спрашивала, нужно ли. Кстати, сейчас при вас спрошу. Вот, мама, что она скажет? По-моему, надо было лук добавлять. И морковки я много добавила. Помидоры на вкус и цвет товарищей нет, понимаете? То, что любит кто-то, другой может не любить. Вот я же говорила, что я люблю в банках закрытые помидорки, в банках. Так что, да, просто было очень много помидор, чтобы не пропали, я засолила. Да, засолила. Так что вот такие вот дела. Сейчас немного еще отдохнем. Чеснок, значит, садить сегодня не получается. Ладно, в общем, я так поняла, что... Я чеснок тузна. Раньше уже в октябре садили, а сейчас уже ноябрь никак. Уже потому что дожди, сыро. Никто уже, наверное, пахать не будет эту землю. Я бы его уже посадила бы, да и все. В общем, ладно. Что такое? В общем, вот такие вот дела. Вот такие вот дела, мои хорошие. Там пишут, что мы там намылились, там куда-то ехать. Мои хорошие, все вы увидите, все вы узнаете первые, потому что вы зрители, естественно, я вам буду показывать все и рассказывать. Поэтому вы увидите, поедем и не поедем, все узнаете, все увидите. Вот. Так что как-то так. Ну что ж, все, я уже тут записала вам, чуть-чуть даже отдохнула, пока записывала. Пойду. Так, в общем, мы сидим возле ведра с зелеными помидорами. Будем сейчас пробовать. В общем, я делала хорошо, но добавила, наверное, зря лук. Вот, я привезла на пробу, потому что, ну, в общем, добавила лук. Может быть, из-за этого немножко вкус поменялся в помидор. Сейчас. Так, а ты пробовала? Да, я пробовала. В общем, они, каждый помидор отличается по вкусу почему-то. Не знаю почему. Вот сам рассол вроде светлый, хороший. По рассолу я бы сказала, что все хорошо. А вот сами помидоры мне пишут в комментариях, что им надо было лук ложить. Может, этот лук он и испортил. Или же даже может быть, что мне кажется,
раз рассол еще такой светлый, не портится, что они не готовы. То есть они могли еще не просолиться. Это ж прям страх. Я не пойму вкус. Ну что, до картошки добрый. Ну, в общем, мы... В общем, вот это сделали помидоры. Кислые или что? Сейчас попробуем. Ой, господи. Ну, я ж делала по рецепту, я не знаю. Другие будем пробовать. Теперь попробуем с банки зеленые помидоры. В общем, что-то не то, да? Не, ну хорошо, что у нас хорошее настроение. Сейчас я тоже буду пробовать, поэтому... В общем, они немного, по-моему, кисловатые. Или что, или я не пойму, пересоленные, не? А что там тут роботы? Берите, пробуй. Не-не-не, я не хочу рисковать. Ой, комедия, короче, комедия. Ну что ж, а это что за помидоры? С банки которые, да? Ну, сейчас попробуем. Он вылез на гнить-то повертать. Это что за помидоры? Это то, что вы в банке закрыли? Да. Ну, сейчас. Ну, что? Да, однако, еще. Так, что-то с пресенью, да? Что оно такое, я не пойму. Тоже не те. А может, это сами помидоры такие? Не хочу я ни ты, ни ты. Так. Куры будут добать. Не, они едят такое? Да что ж, може, їсти хоть. Може, винесем им? Винести им? Кого? Ну, помидоры. Я могу их отдать. Фу, щось воно... Щось не то. Наче й солі немає, і не пойму, що їм не так. І я скільки... Часнику перевела. Та й я ж туди, скільки морковки. На вид вони хороші, вроді смотряться. А ну ще от этот пробуємо. Отой, може, й хороший, красний. Як брожений. Як забродив. Аж насморк опять. Я ще не знаю. В общем, не, ну этот красний получше, конечно. У меня ж аж насморк. А воно, знаєш, воно й помідори, вони ж хоч би ще чуть-чуть вони підросли, щоб то воно таке, ні помідор, ні бур'ян. Та отож, мабуть, все-таки пойду я. Или їх понемножку треба їм давати, щоб вони не... Курям? Да, щоб не... Та підожди, хай я винесу той. А ну. Треба стрість. А ну, от этот вот треба попробувати. А ну-ка, зараз ми його пополам. Фу, прям не знаю, що сказати. Не знаю, что сказать про помидоры. Никогда не любила зеленые помидоры. Ой. А ну-ка. Ну, это якось лучше. Красненький лучше, значит. А ну-ка, сейчас я прям половинку. Этот вкусный. Может быть, их оставить? Вкусненький. На мои зубы. В общем, я так поняла, что мы их, наверное, сильно рано посрывали и посолили. Если бы так бы их... Как бы оно хоть чуть-чуть было, чуть умолочнее, чтобы кинулись. Вот эти вкусные, вот такие. Вот эти можно было бы есть с удовольствием. Чуть-чуть розовые. Поздно, есть тут еще такие? А ну вот этот. Надо мужикам предложить.
Хочу придати. Нехай стоять, я якщо так винесу, так висить пурі. Ні, не так вкусний, от этот вот, если... Ну що, от этот? І цей лучший. Ото дуже малі оці. Ото не вкусний, а от такі, значить, а ну. Ні, це як-то такий не дуже. Оцей? Угу. І оцей ось. Оце ці вкусні. Ні, можна їсти отакі. Картошки жарені хорошо, або пюре. Прям вкусняшка от ета. В общем, вы знаете, неплохие помидоры получились. Так что, а ну вот, вот этот вот интересно разрезать. Так, ради интереса. В общем, все крупные, хорошие, значит. Конечно, вот это дуже зеленая трава, шо ж. О, вот этот должен быть тоже хороший. Только на мои... Вкуснятина. На мои зубы не идет, но дуже твердый. Вот это очень вкусный помидор.